Ну что, ребят, продолжаем дальше. Так, да, рок я сделал. Теперь мне нужно сделать... мне, по идее, нужно два рога тогда, да? Нужно мне два рога, два рога. Не здесь. И не здесь. Блин, как я обожаю лифты. Я просто обожаю лифты из Open Blocks. Маджанг до такого никогда не допетрит. Если Маджанг когда-нибудь добавит такие лифты в Майнкрафт, я не знаю, я поеду к Нотчу и поцелую его в лысину. Чего бы, конечно, мне очень делать не хотелось, но я практически там на 99,99999999 продолжите этот ряд девяток еще часов на 500. Вот я настолько уверен, что Нотч никогда, ну там вообще никто из них никогда нахрен не добавит. Ай, они умирают, походу. Блин. Они помирают. Блин, они помирают ночью. Сволочи такие. Что за идиотизм? Ну, блин. Я понял, в чем дело, ну а... Как? Тогда... То есть я все понял, но чушь какая-то, ей-богу. Эти цветы умирают ночью. От чего? От недостатка света? Настолько все плохо? А как мне тогда добывать ману? Что мне, сразу ночь наступает и бежать, 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 бежать? Ну... Давай, давай, маны мне больше. Ночью они просто вянут. И что, навсегда? Чем, блин, нанимался, что ли, эти деревья тут, блин, рубить? Ой, фу, господи, деревья, цветы. Нет, я как бы все понимаю, но... Слишком это идиотично, господа. А, значит, пытаетесь вот так вот их в карман положить, это нормально, да? В чем логика, братья? Да хватит лагать, игра. Да что такое? Он их отвязывает, что ли, в этот момент? Понять не могу никак. Понятно. Знаете что? В лес. Цветы ваши. Я лучше буду нормально крафтить. По-человечески. Хорошие цветы, которые крафтят нормальное количество маны мне. Да это еще что? Mana Steel Shears. Без понятия, для чего они нужны. Странные, странные, странные штуки. Решение в ВК ты мне отправил? Или решение в ВК что значит? Да лучше в конфиг их убрать, но, по-моему, не должно так быть. Ладно, я просто понимаю, если они исчезают, там, какие-то супер-читерские цветы, например. Ну, просто к примеру. Но самые простые-то должны по логике жить и жить долго. Опять же, не то чтобы у меня в этом проблемы какие-то были. То есть я могу скрафтить еще штук 50. Но мне это просто очень непонятно. Зачем так? Маносталь, похоже, вон, кстати. Чуть ли не одна текстура. С шайни металлом.
Так, а у меня где-то есть стекло. Нет. Может быть, тут какие-то ошметки. Так, почему сейчас-то лагать начало? Ладно, наверное, что-то где-то подгружается. Только дневные цветы вянут. Тоже не очень. Ну, ладно. Просто это, по идее, то, с чего ты начинаешь, а обычно то, с чего начинают, оно как бы живучее достаточно. Ну, просто расчет на то, что человек новичок, и у него ничего нет в игре. А так получается, как будто бы хотят заставить бегать за всякой ерундой. Ну, фиг бы с ними. Так, давайте слетаем, наверное, за еще цветочками. Хотя мне придется их собирать вручную практически. Ой-ё, а что так лагает-то, я не пойму никак. Так, сейчас, может, у меня Стимчанский куда полез? Сейчас я его вырублю нафиг. С вертушки. Во. Может, меньше лагать будет. Ну, кроме как Steam, я ничего уже видеть не могу, я не знаю. В Майнкрафте вроде все окей. А, ну, может, мана генерируется с того цветка. В принципе, там все подгружается. Так, мне нужны красные цветы, мне нужны коричневые цветы. Я знаю, что я вас, наверное, задолбал уже летать за цветами, но так уж устроена ботания. По крайней мере, пока что мне еще нужно собирать цветы вручную. Потом уже будет не нужно. Да, вот видите, кольцо магнетизма, как бы мне упростить всю задачу. Клево. Но пока кольцо магнетизма не скрафтил, нужно будет еще добыть некоторое количество цветов. Водными для пассивной генерации. А можно я сам решу, пожалуйста? Не думаю, что меня водные устроят. А, да, кстати. Я вспомнил сейчас кое-что, о чем мне говорили. Хотя, может, мне это сейчас в чат уже 20 раз написали, я, как обычно, нифига не вижу. Сумочка должна быть некая. Шпинат. Шпинатен! Шпинатен идет в ад. Не хочу шпинат поднимать, не люблю шпинат. Нет, шпинат на самом деле вкусная вещь. Своеобразная, но вкусная. А, вот, кстати, вот мне Протон и пишет, пока я тут рассуждаю. Я уже стараюсь тебя, Протон, иногда не читать. Я знаю, что там что-то очевидное, что я продолбал 5 минут назад. Я просто это уже знаю. Ну да, я про сумочку вот только что вспомнил. Видишь, я сам вспомнил. Мне не надо носом тыкать. Ха-ха, шучу, надо. Папай набирает шпинат же. Так, пауч. Какой-нибудь, нет? Flower pouch, да, вот она.
Любой лепесточек. Ни от чего не зависит. Хорошо. Так, сейчас скинем. Но вот Nature мне не нужна. Сейчас вот тут вот еще пособираю коричневых штук. Я просто закину в них барахло, скрафчу сейчас себе. Еще несколько углецветов. Потом придумаем с вами как, ну или вернее, я сам подумаю, как это можно дело автоматизировать хотя бы немножко. Может быть, он какой-нибудь редстоун сигнал испускает, или просто раз в несколько минут кидать. Может быть, поставить клок-генератор из RedPower. Если уж будем называть это RedPower, то давайте называть это RedPower. Так, красных 16, коричневых 12, я думаю, хватит. Поехали. Так, а что там, кстати, шерсть нужна была? Да, сейчас на базу залетим. А он собирает эта сумочка только из ботаники, или она будет собирать вообще все цветы? Да, кстати, насчет костей Бон Мила, еще доберемся до постройки фермы скелетов в аду. Ну, пока что не до этого немножко. Нужно будет их нафармить, убить визора, получить. То есть нужно будет сделать не очень эффективный спаунер. Потом нужно будет сделать еще более эффективный спаунер. Но для этого нужно будет визор кухнуть. Потому что последний апгрейд Draconic Evolution спаунера производится при помощи Nether Star, по-моему. Насколько я помню. Или Notch Apple. То есть я сейчас точно не скажу. Ну, короче говоря, достаточно такой штукой. Интересный. Ну, как обычно, нужно сделать одно, чтобы сделать что-то еще такое же. Ну, не красота ли? Я просто тащусь от своей базы. Надеюсь, что она нравится вам не меньше, чем мне. На базу за скотчем сказал он. Забыл про все. Он тут же. Сделал обычный дроппер, а редстоун сигнал. Как вариант. Блин, цветы надо скинуть. Господи. Боже, дай мне памяти и мозгов немножко. В принципе, мозгов, ладно, памяти дай. Слышь, Вася, память есть, если найду. Так, это выкладываем пока что. Так, сейчас проверим, сколько там мана набежало. Все равно тут рядом ходим. И да, кто-то спрашивал, когда я уже буду делать. Не сегодня спрашивали, вообще, в принципе, спрашивали. Когда я уже наконец-таки начну базу доделывать. Начну скоро. В общем-то, и здесь надо будет купола делать. Ну, в зависимости от того, как бы, как все это выглядеть будет. Хотелось бы чисто, ну, как-то поэстетичнее, чем дропперы. Может быть, где-то вот там дропперы прилепить. То есть, мне бы не хотелось, кстати, а вот сейчас испытаем одну штуку, которая мне интересна. Ага, понятно, работает. Я просто не знал, работает ли оно через блоки. Ну, там как бы блок лифта и там блок лифта. Между ними, если что-то есть. Ну, просто телепорт. Я лично уголь из проекта Е юзаю. На час хватает. И да, и лава, и уголь из Израиля тоже подойдут. Да, там на всем цветы есть. Вопрос только в том, что красивее. Ну, для меня вопрос именно в этом. Так, уберем, уберем. Блок угля. Я пришел сюда за шерстью. Сумочку скрафтить. Вот. Только лепестки оставил на той базе. Но это ладно, это уже не важно. Так, и один любой лепесточек. Пускай будет вот такой. Пока что он нигде не используется. Так что пусть будет он. Логики в этом никакой. Хорошо. Фокус пауч.
Вот он, Last Pouch. Бездонная сумка. Буквально бездонная. Отсутствующая низовая сумка. Пей глицин, чтобы память была лучше, без побочек дешевые. Что еще надо? Спать надо. Память будет, блин, идеальная. Я знаю, есть лавовый цветок, вот он вырабатывает просто до хрена и больше. То есть в нем сразу вот, ну, как бы в той версии, на которой я смотрел обзор, там чувак просто лавы залил, оно сожрало лаву и выдало сразу у цветка полный мана пул был. Beat open bubbles меню. Эти. А у меня на B стоит другая функция. Блин. Ладно, сейчас проверим. Ай. Не, стопай. Так, меня все еще слышно. Так, а как мне, блин, кольцо снять-то с себя? И почему я кольцо... Почему я сделал два рога, если в итоге все равно у меня один? Фу, в смысле, зачем я сделал два, если я их не использую? Мана таблет. Да нет, вроде работает. Только я не вижу, как бы, где она у меня. Может быть, на B, конечно, но B у меня в другом. А, все, 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 вижу, ребят, спасибо. Это, я просто забыл про вот эту вот штуку, вот, что она у меня тут есть. Так, секунду, ребят, сейчас вернусь. Так, извините, я отвлекся, не буду тут ничего резать. Так. Using. Блин, using я сказал. А, все. Все, 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 все. Я понял, зачем. Я барабан хотел сделать. Я хотел сделать барабан. Он, по-моему, также в руках, его можно. Ну, сейчас проверим, в общем-то. Барабан мне так или иначе пригодится. Так, нужно не забыть потом прошвырнуться здесь с какими-нибудь. С каким-нибудь Баумилом. Ну, потому что это все-таки моя база, тут он лысые поля какие-то. Некрасиво, однако. Некрасиво. Ну, либо не делать это возле базы, как вариант. Ой, как много. Ой, как много всего. Вай. А сколько вмещается-то? По стаку? Класс. Я обалдею.
Аспарагус, блин. Какая дрянь. Барли, отс. Гарлик. Это из Витчера все. Тьфу ты, блин, гребаное кольцо. Ну, то есть оно классное, но, блин, я так и знал, блин, что в спину притянется. Вернее, как, я до этого подумал, а потом я перестал об этом думать. Я так и знал, что проблемы будут. Да, еще у меня Ctrl-Q не работает. Ctrl-Shift-Q работает. Так, хорошо. Дальше мне нужно будет сделать... Дальше нужно будет взять кожу. Да, портал мы потом с вами тоже перенесем наверх. Это само собой. Кожа, 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 кожа. Так, кожа где-то вот... Вот тут. Так, и Living Wood 6 штук вот здесь. Правильно? Барабан же, по-моему... Можно, по-моему, таким же образом. Я думал, он чуть иначе работает. Ну ладно, он все равно пригодится потом для фермы. Ладненько, давайте сейчас скрафтим несколько цветочков. Для того, чтобы они из угля мне потихонечку ману производили. Я все-таки думал, он работает примерно как... ну, то есть можно просто срубать только цветы. Но раз нет... Хотя, может быть, можно. Дром, драм, драм, драм. Drum of Gathering, Canopy, Drum. Ну, это бочки, понятно. Living Wood, Living Wood. А в чем разница? А, ясно, все, понял. Ну это Canopy, это, видимо, листва, а тот вот это просто то, что на земле растет. Понятно. Так, я хотел скрафтить немножечко себе цветов. Давайте вернемся к ботании. Мне говорят, собаку писать не обязательно перед названием, но я уже как-то привык. Так, и где он находится? Вот он. Вот он, End of Lane. Нужно два. Один коричневый, один красный. Так, сделаем их, наверное, штуки по 4. Сколько тоже? Знаете, как интересно, ты бегаешь, ой, сколько у меня тут маны, сколько маны. Но это, естественно, это такие очень нищебродские... варианты производства маны. Очень-очень медленные, очень-очень слоупочные во всех отношениях. Так, скинем по одному. Далее мне понадобится серый, коричневый и красный по одному. Так, серый. И семена. Рецепт достаточно сложный на самом деле.
Хотя можно было бы и проще. Но было бы не так интересно. Я буду миллион раз еще говорить, что мне не нравятся такие рецепты, но на самом деле, если мод магический, то лучше уж так, чем на верстаке. По крайней мере, это как-то вяжется с его... ну, с эстетикой самого мода, что ли. Так, ладно. Так, не думаю, что там надо воду держать. Мне кажется, это тоже будет постоянно запрашивать. Что у меня там, что у меня там, что у меня там. Постоянно будет проверять с водой, как бы работать. Так, кто из вас еще не жрал? Во! Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вообще, я мог бы их питать древним, господи, древесным углем. Там вообще по полпикселя, по-моему, идет. Ну, идет. Да, я мог бы питать их древесным углем, но это придется по одному. Потому что он в блоке по какой-то причине не хочет крафтиться. Не знаю, блоки древесного угля у нас в ванильном майне-то есть или нет. Сделал всего 5 штук, мне хватило. Кстати, с помощью термалки можно автоматизировать подачу воды. Можно. Я знаю. Вода вообще бесконечная у меня. Ну, в смысле, здесь нет... В конфигах ничего не выключено, не переключено, так что вода здесь не кончается. Можно сделать бесконечный источник и не париться. Так, оденем колечко. Возьмем меч, возьмем молот. Flower pouch. И давайте отправимся за цветами. Привет, слушай, почему бы тебе не постримить какую-нибудь хардкорную сборку типа Infitech? Закончу с этой сборкой, потом по планам Sky Factory 2. Потом ванила. Потом, может быть, что-нибудь еще. Так что, когда-нибудь я думаю доберусь. Но просто сейчас есть уже некоторые планы. Ванила, потому что давно не было. Sky Factory, потому что хочется, и я спросил, люди заинтересованы. Вот, поэтому, почему бы и нет. Вот, так что, как только у меня появится окно в этих всех сборках. Хотя, я думаю, Sky Factory недолго будет проходиться относительно. Я думаю, что она там на месяц-два, но я думаю, что гораздо быстрее. Не пару недель, конечно, но все-таки там конкретные задачи есть, а не просто по игрушке, так что. Так, чтоб мне инвентарь ничего не захламляло. Привет, лошадка. А куда оно все идет-то, простите? Ну здесь же только ботания цветы. Ой, да, ботанические цветы. А куда у меня семена уходят, например? Ой, они мне к заднице приклеились. О, боже. Я думаю, куда семена делись? Да никуда не делись, вон они. Уи! О, господи. Это так прикольно. Ну, Infitech — это та сборка, в которую сейчас многие играют, поэтому я понимаю, почему человек ее просит. Да, у меня тут слишком громко все, так что если меня не слышно из-за этих звуков, извините.
Но я не знаю, как это отрегулировать. Сейчас попробуем, кстати говоря. Да, вот этот звук. Просто обычно это не так громко, а тут вот получается, что уж очень громко. Привет, Димка. Shift, чтобы они отклеились. А, да. Они меня не парят абсолютно. Вот теперь я могу собирать цветы для ботании. Вот теперь я могу делать это с комфортом, а не по одному цветочку. На самом деле довольно-таки читерская штука, этот рог. И барабан тоже, между прочим. В принципе, барабан, по-моему, можно любые цветы собирать. По-моему, до фонаря. То есть там, по идее, пшеницу он может собрать. Я так думаю. Не значит, что оно так и есть, и не значит, что я прав, но мне кажется, оно именно так должно работать. Если да, то это можно такую ферму создать. Уже закачаешься. Хотя, может быть, и нет. Может быть, я в корне не прав и несу сейчас полнейшую чушь. Так, ну у меня цветы идут, но что-то как-то медленно идут. Так, а что там есть за штуки вообще? Вот они все читерское. Ну, как сказать? Для ботании оно норм. Если чисто в одну ботанию играть, я думаю, будет интересно. Хотя, с другой стороны, мне кажется, ботания не настолько самодостаточный мод. Мне кажется, еще не все цветы попадают. То есть, есть же голубые цветы, там двух видов. Вот, мне кажется, вот они все пролетают. Хотя, вроде бы, как бы, вот. Так, где-то тут еще было. Были такие живописные холмы, а стали какие-то лысые горы. Ведьмы могут шабаш где-то тут проводить. Проверь свои мана спредера. Возможно, они слишком медленные и не могут справиться с пятью эндофлеймами. Возможно, эндофлеймы просто перестали быть читерскими. Не думал об этом. И 5 цветочков, которые работают на угле и доставляют тебе все, что тебе нужно. Ох, я сомневаюсь, что кто-то такое оставит. Если этот человек в своем уме, конечно же. А разработчик ботании вроде бы не дурак. А как удобно расчищать теперь полянки будет? Надо будет долбаться. Ого. Надо будет долбаться ни с чем вообще. Просто подошел, рогом кликнул. И все.
Таум Тинкер. Я не знаю, что такое Таум Тинкер, так что... Ну, в смысле, я не знаю, что это за мод. Я название это... Название я слышал, но это все, что я знаю про этот мод. Ну, просто халява, она бывает в модах. Особенно во всяких там бета-полу-недоверсиях. Но, как правило, в релизных версиях или в более поздних, когда это все прочухивают, они ищут пути, как нужно фиксить, как правило, фиксят. О. А, нет, блин, отстань от меня. Отпусти меня, чудо-трава. Снова голубые цветы. Никс, проверь все равно. У меня однажды все цветы привязались только к одному спредеру, а второй стоял без дела. Просто проверь, если цвета остается мана, это плохо. Да, вроде бы нет, но... Как буду, на базе проверим. Сейчас немножко насобираю еще цветов, просто чтобы меньше бегать. Да, ну по-моему, Рогу вообще пофигу, что рубить. Он просто берет и рубит. Цветы, металл, какая разница? Опять под задницей куча растений. Кыш. Какой ты быстрый скелет. Какой ты быстрый паук. Какой ты быстрый зомби. И второй скелет. Да что ж такое? Уходите от меня. Уходите. Да ты умрешь сегодня или нет? Так, что у нас здесь еще? О, 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 халява привалила. Пошел он. Моя халява. Мои цветы. Не беси садовода. Да, Рок рубит все, что может. Рок рубит Рок. Если кто-нибудь понял мою игру слов. Да, блин. Вот все хорошо этого кольца. Но только не вот это вот барахло. Под пятой точкой. Так я, получается, вот так вот силой ягодиц могу все это и на базу притащить? Козырно. Нет. Господи. Это что за джентльмен был такой? Ребят, знаете что? Я летать умею, а вы нет. Забирайте это барахло и валите отсюда. 64? Да, максимум. Судя по всему. Угу. Ну-ка. Ну-ка. Чего у меня еще 64? А, похоже, что ничего. Так, все, пацаны.
Забирайте свое барахло, которое мне больше не нужно. Так, о, красные цветы. У меня их, по-моему, немного. Да, у меня их что-то вообще немного. 14 штук всего лишь. Иногда, я не понимаю, иногда они вроде притягиваются издалека, иногда подходишь в упор, и как-то слабенько. Какое-то время срабатывания есть, то ли еще какая-то штука. Неведомая. Так, у меня там что-то заполнялось, по-моему. А, синие и розовые, да, вот. Вот синие и розовые могут еще не уместиться. Ой, крипер-то пошел ты, надоел. Понитейл. У меня есть что-то по названием Понитейл. Всем покинуть Майнкрафт, пока не поздно. Здесь еще коричневые были цветы, я помню. Где-то вот. Я почти уверен, что они были где-то в этом лесу. Так как я чертов победитель по жизни, они наверняка окажутся вот в этих чанках. Ха, ну ладно. Так, это ночное видение. А то вы темноту смотрите какую-то. Я не обратил внимания даже. Ты что вообще, мод ботани, нафиг он сдался тебе? Там есть цветочки прикольные. А так я не помню, что я конкретно в нем хотел. Бедный чувак. Не знаю, что с балаза упало, и знать не хочу. Так, пацаны, мы так не договаривались. Давайте без херни. Давайте вы не будете мне. Так, ладно, давайте до дому, до хаты, а то я вас так тут уже минут 10 морю тем, что молчу и собираю цветы. Так, где дом? Дом в той стороне. А, ну значит цветы где-то в этой вот. А, вот они, коричневые. Собирай арту! Собирай коричневых. Ну, кстати, кольцо все равно не очень удобное, пропал. Так, где-то еще должны быть здесь. Я просто помню, я к базе летел уже и заметил. Да, кольцо просто иногда надо снимать, одевать, чтобы оно работало, не работало. Иначе оно притягивает все барахло. Вот, господи. У Грета там истерика, похоже. Ладно, неважно, погнали на базу. Не забудь проверить эндофлеймы на базе. Да, я не думаю, что они забились. Хотя я проверю. Всем привет от Греты. Не знаю, слышно вам, не слышно.
Так. О, раздолбанная деревня. Классика. Что это такое? А, это грибочек. Я думал, это дом какой-то. Сверху так прикольно выглядел. Еще раз доказывает то, что из грибочков можно делать дома. Особенно если грибочками обдолбаться. Вот если бы грибы можно было по-человечески собирать, я, может быть, даже в ваниле бы сделал какую-нибудь маленькую деревушку в лесу. А то выращивать их неудобно. Крайне неудобно. То есть им надо определенные условия создавать. Коробку делать. Какую-нибудь или ночью что-то пытаться изобразить. И не факт, что он вырастет такой, как надо. И, ну, в общем, вот эта вот вся история. Нет, все нормально. У меня раз, два, три. Три на один, два на другой. Так, где-то еще уголь был. Давайте я угля принесу по-быстрому. Все-таки угля у меня до задницы. Делать мне с ним абсолютно нечего пока что. Да, кстати. Кстати, я думаю, мы будем развивать Industrial Craft мод все-таки с целью получения лишь одной штуковины. Так, думаете, чего? Правильно, материи. Да, блин, как ты забодала кольцо. Да, на шифте оно как бы не работает. Тут вообще маны нет, она не то, что не остается, я тут вообще ее не вижу. Так, какой-то из цветков остался голодным, нет? Нет. О, смотрите, здесь маны как-то ощутимое количество какое-то набилось. Никс, дай ему угля и проверь опять. Да, вот, смотрю. Я думаю, что они его пожирают быстрее, чем... Не знаю, быстро достаточно, короче. Так, ну у них, наверное, анимация должна пройти, чтобы они... Ну что, когда анимации не будет, вот этих красных частиц, значит, они снова пустые. Квант, а нафига мне квант? Я и так быстро. Понадобится квант, можно будет и квант сделать. Так, давайте скинем, наверное, это все. Так, и я хочу сделать сейчас то, что давно планировал сделать. Все равно маны пока что на что-то серьезное недостаточно. Возможно, стоит ее поднакопить. Так, выложим даже пока что вот это. Сейчас посмотрю в лексике ботании, что у нас тут есть. А вообще хочу попробовать купола сделать. Так, Дейблум, бегония. Так, гурмани лилис. Гурмарилис, господи. Стилвотер. Ну, понятно, любой источник 3 на 3. Generating the form of natural energy that is mana should be a pretty good process. Munch dew. Я не знаю, что такое. Any leaves near the flower will get Манчет. Ну понятно, он. А, Манчдью это сам называется. Это листоед, грубо говоря.
Что это такое? Он весь липкий. Так, in the universe that creates slimes, it's... Так. А, понятно, он слаймами питается. Nightshade, ну это я знаю. Роза Аркана. За экспу. Нет, спасибо. Ладно, с этим мы потом разберемся. Честно, я лучше полистаю на Википедии потом, а то я сейчас вас утомлю, наверное, этим. Потому что, ну, я не знаю, что дает. Сижу, просто втыкаю. Окей-доки. Давайте сбегаем за стеклом на базу. Потом... Чтоб 20 тысяч раз не спускаться. Сейчас заберу вот эту фиговину. Она мне как раз там понадобится. Так, и попробуем сделать полусферки. А, весь мой дом можно посмотреть. Да, собственно, вот мой дом. Вот неработающие фермы. Вообще на YouTube, да, есть. Здесь ферма была, тут ферма была. Там вот ферма коров такая импровизированная. Здесь пока что ничего нет. Здесь тоже теперь ничего нет, потому что лаги были. Ну, в общем, такие дела. Так, кстати. Ну, смотрите, коллабу тратит потихонечку. Это карьера ее, наверное, точит. Угу. То совершенно точно ее жрет карьер. Ну, а что мне еще славы делать? Я всегда могу поставить помпу. И всего делов. И... Как будто здесь рут меньше стало. Так, сейчас мы карьер быстро проверим. Либо я чего-то не понимаю, либо здесь реально рут. То ли не прибавилось, то ли стало меньше. То ли это нормально, столько рут добыть. Так, обсидиан тайл мне точно не нужен. Это все из талма. Там даймонд торта был. Сейчас, буквально несколько секунд. Видео на ютубе не врубаются. Ну, тут я ничем помочь не могу. У меня тоже бывают косяки с видео на ютубе. Это же ютуб. Что с него взять еще? Четырнадцать тысяч блоков просканировано. Хм. Так, 2302. Минус 673. Где-то вот здесь он сейчас копает. Ну, в принципе. Там нельзя долго находиться. Темнота начинает убивать. Он то ли. Он, по-моему, жрет энергию, но он нифига не работает. По крайней мере, оно так выглядит. О, всем привет от Грета, ребята. Грета, ну-ка место! Пошла! Быстрее! Сейчас встану! Я сейчас встану.
Все, отправил собаку на место. Ой, не, не сюда. Так, этот тезеракт получает сейчас все с резиновой фермы. Стоп. У нас база пускай будет. Без Apple. Теперь тут будет энергия набираться? Да, теперь здесь энергия пошла в рост. Хорошо. В озвучку идти. Ну да. Буду шматку озвучивать в солдатах. Так, расконстракт стекло. Ну, кстати, а если эти штуки раскрафтить, что я получу? Ничего. А если я раскрапчу вот такое сердечко, что я получу? Ничего. Бессмысленный и беспощадный. А в рецепте там прикольные штуки. Рецепты вот этих вот. А, они только дропаются. Ну, эти зато крафтятся, например. Yellow Heart, crafting item, crafting item. А, то есть мне нужны вот эти, чтобы скрафтить вот эти, чтобы скрафтить вот эти, чтобы скрафтить вот эти, чтобы были. Кстати, а вот тут вот у меня есть пара яблок. Я все проверить хотел, можно ли их раскрафтить. Ну, их, наверное, да. Да, их можно. Но это только обычные яблоки. Я бы золотым таким, жирным золотым обрадовался. Потому что там несколько блоков. У меня собака истерит на кухне, ребят, простите. Ну, мана там на вид уже прилично. Так, сейчас мы снова это сделаем. Ну, смотрите, достаточно прилично мана. Сейчас вот этот будет жрать. Ага. Не, мана здесь не остается, она все сюда идет сразу. Единственное, что я, наверное, сделал бы на месте автора какой-то. Я понимаю, что это как бы не вписывается, да, слегка, но я бы сделал какое-то числовое измерение маны. То есть, там, чтобы у меня, например, здесь сейчас было там 1000 маны, к примеру. Можно было бы хотя бы ориентироваться, сколько у тебя маны, потому что вот... Ну вот сколько у меня тут маны? Да хрен его знает. 2 текселя, например, ну там, ну или тексель один. Ну это типа... Вот, ну сколько я тебя тут? То есть хватит мне это на какой-то крафт? Не хватит мне это на какой-то крафт? Все равно на глазок надо определять. Хотя, может быть, потом добавят какой-нибудь приборчик, который будет измерять все это дело, и все будет нормально. Сменить режим палки. Bind мод. Bind это...
Есть аддоны для этого. А, ну, тогда ладно. Тогда, как говорится, вопросов больше не имею. Так, давайте сделаем, наверное, в первую очередь где-нибудь вот тут. Я, кажется, лифт раздолбал. Черт, я убил лифт. Ребята, я лифт убил. Дом, триангл, пентагон, гексагон, октагон, сфера. Так, вот дом. Так, кубоид. Так, это больше, это меньше. Вот, все. Я понял. Так, где-то вот. Где-то вот так. Восемь на восемь. Нет, больше. Девять на девять, по-моему. Чуть как-то не вписывается. А, все правильно. Все верно. Я же добавлял еще здесь блоки, чтобы они были. Все верно. Можно вот такую сделать, в принципе. Четыре таких яйца. А тут как раз будет вход. Просто, ну, не хочу я делать очень уж плоские сферы. Или даже вот так упороться. Не, ну это точно уже будет какой-то фаллический символ, ей-богу. Фаберже. Да. Мне не нравится, как оно выглядит. Достаточно так как-то стремновато. Я не буду такой ерундой страдать. 8 на 8 на 9. Да, я думаю, вот такая форма самая она. Только вот в этих штуках проблема, потому что они здесь теперь не в кассу. Получится. Хотя, с другой стороны, почему нет? Не совсем сфера, она не совсем ровная получится. Так, я думаю, я даже сразу буду делать вот так. Хотя нет, не-не-не-не-не. Сделаю закрыто, потом проход пробью. Так, а как-нибудь можно цвет поменять, пожалуйста, кто не знает? Красителем, наверное, да? Я просто предполагаю. Исхожу из логичного. Так, у меня красители где-то были. Может быть, как-то вот так. Я имею в виду цвет, как его называют-то, блин? Ну, самой вот этой сетки. Во, другое дело. Не, что-то как нифига не видел, так нифига и не вижу. Так, а если сделать, например, черным? Это черный? Вы уверены? Уважаемые разработчики, вы уверены, что это черный цвет? Я вот что-то как-то не очень. Ну ладно,
Разработчики говорят, что это черный. Поверим. Ребята, вы верите, что это черный? Я да, абсолютно. Потому что он выглядит как черный. Он ведет себя как черный. Это черный. Я практически вижу, как он достает ствол и стреляет мне в лицо. Не, ну блин, дайте мне белый, что ли, тогда цвет. Какого хрена? Я не могу так строить, это ужасно. Так, где Боунмил? Вот он, Боунмил. Вот он, Боунмил. Красный, думаете? Да лучше уж белый, его тогда виднее. Так. Видите, почему я хочу это добавить себе в ванилу? Потому что это круто. Потому что это круто и чертовски удобно. Немножко что-то подергивается. Может, карьер стоит убрать. Возможно, Deep Dark заставляет лагать. Возможно, что-то там не так. Возможно, карьер пытается сейчас связаться с тессерактом. Тессеракты пытаются связаться. Еще что-нибудь происходит. Так, это сюда. Я бы... Представьте, насколько быстрее пошла бы работа над башней, если бы у меня был такой мод. Ну а что? Поставил, посмотрел. Что-то не так. Что-то не нравится. Сделал форму другую. О, а так же гораздо лучше. Я пошел дальше ваять. Слава богу, люди, которые заходят на YouTube, смотреть, они не видят чат. Там такую люди наркоманию развели. Гребаные расисты, как вы могли? Да, если это на видео выглядит засвеченным, то это только потому, что оно реально так, так и есть. Блин, тяжело воспринимать. Белый цвет на белом фоне. То есть они все кубики эти смешиваются, и получается тяжко достаточно. Вообще непонятно нифига. Так, сейчас я еще раз за белым, пожалуй, сбегаю. Так, хотя быстрее не знаю. Блин, если бы ты глаза так не выедала, наверное, пошло бы быстрее все на башне. Хотя, наверное, при больших масштабах оно будет не так сложно. А может быть, просто методику надо освоить и всего делов. Ну-ка, как это выглядит? А что, пока что недурственно. Мне даже нравится. Только очень непонятно пока что. Но таки неплохо. Так, где я закончил-то, блин? Вот тут.
Там... Так. Не, надо приноровиться просто. Разлить просто пол. Вот здесь вот смотришь, здесь просто белое все. Получается тяжко. Так, теперь с этой стороны. Я уже почти различаю что-то. Ну, зато всегда можно потом сравнить, где что, где что не так. Так, здесь так, то так. Давайте посмотрим. Вроде все равномерненько. Так, дальше, 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 наверное, вот как-то так и вот так. Это все равно легче гораздо, чем делать то же самое, но подсматривая постоянно в какой-нибудь файлик или на картинку. Ну, кто строил сферы там, тот поймет. Как бы тому не надо объяснять, что это такое. Или хотя бы круг, когда там 3, 2, 2, 1, 5, 1, сидишь, считаешь, 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 не дай бог собьешься. У тебя как бы нет визуальной подсказки никакой. Ты можешь хоть 20 раз построить, тебе не поможет. То есть можешь в креативе хоть подсобрать несколько раз без ошибок, но потом ты просто допустишь одну ошибку. И это может стоить очень много часов работы, потому что в зависимости от того, когда ты эту ошибку заметишь. Если ты, скажем, сделаешь... Там, ну, пол башни, допустим, построишь, потом смотришь, ошибка. Где-то. Сначала ты не знаешь, где ошибка. И дай бог, чтобы она была поближе к тому, ну, как бы, гораздо позже сделана. Если ошибка сделана на первом этапе, это может означать, там, вплоть до полного сноса всей конструкции. Ну, либо забить на эту ошибку, но, как понимаете, когда есть ошибка в чем-то, вам не хочется этого ее оставлять, потому что что-нибудь будет кривое. Вот, у меня так было, у меня были ошибки в расчетах, когда я башню строил. Получалось так, что, ну, вернее, я ее и сейчас строю, да, но там вот где-то что-то не подрасчитал, что-то не влезло, что-то влезло не так, как планировал. И, в общем-то, обидно, потому что времени-то ухнуто много. Ну, благо, что можно всегда выкрутиться, в принципе, но если что-то конкретное строишь, то может быть менее приятно. А, привет, Lexus. Так, и осталось немножко. Ну что, вроде как ровненько, ребят. Вроде бы как даже ровненько. Так, я здесь вот уберу, пожалуй, вот так вот. Так, нужно будет собрать здесь, там и там такие же штуковины. Так, возможно, есть смысл...
некий смысл сделать вот тут вот. Вот этот вот слой, вот этот вот еще один. Можно его можно сделать. Возможно, можно, и некий смысл. Я несу. Надо уже заканчивать, это я уже заговариваться начинаю. Так, сделать из лабораторного камня. Мне кажется, так, возможно, он будет лучше выглядеть. Блин, где это кольцо, когда оно так нужно? Так, давайте вниз спустимся. Там где-то мое стеклышко упало. Не позволим. Получится такой, как бы, переход от стекла. Блин, я просто тащусь от этого кольца. Господи, оно шикарно. Это кольцо, оно подобно богам. Я хочу себе такое кольцо в ванильный Майнкрафт. Ровненько-ровненько под стекло ставим. Да, так оно немножко интереснее выглядит. Главное, что оно изнутри еще выглядит хорошо, остальное уже не суть. Так, надо какие-то заборы поставить. В принципе, можно сделать как-то вот так. Но я думаю, что это будет уныло. Так, ну, давайте мы это оставим тогда на следующий раз, потому что сегодня стрим идет уже 6,5 часов, кстати. Два эпизода сегодня получится. Просто я сегодня затянул с Айзеком, и я думаю, как-то так оно и пойдет некоторое время, пока я выполняю челлендж. Пожалуй, пока пускай так будет. Просто нужно сделать две полусферы, чтобы было видно, где и как надо вести дорожку. Но я думаю, что там будет какой-нибудь такой своеобразный мостик с перилами. Чего-то там изобретать я, наверное, не стану. Так, у меня, кстати, где-то лифты были. Лифты вы где? Лабораторный блок, лабораторный блок. Redwood Leaves. Это не похоже на лифты. Так, возможно, лифты у меня лежат здесь. И их нет. Ладно, сейчас попробуем. Сейчас попробуем найти их там. Они наверняка лежат где-то тут. Так. Нет, элеваторов тут нет. Элеваторов тут нет. И тут нет, и тут нет, и тут нет. Нигде, блин, нет. Хорошо, может быть, здесь? Нет. Нет, значит, я их крафтил в упор. Так, давайте скрафтим еще один. Возьмем, пожалуй, лаймовый краситель один. Где-то они мне... Эй, вернись. Так, лаймовый краситель, причем он не будет тратиться. Это офигенный плюс. Вообще, open blocks, я смотрю, мало где красители тратятся. Не то, чтобы нужно было их красить, но мне кажется, так будет прикольнее. Оп. Оп. Так, лаймовый краситель я пока что оставлю здесь. И хочу... Ага, вот оно. Снимается киркой, а я его тогда просто отоварил руку, и, естественно, он исчез. Так. А, собственно, мне даже здесь теперь не надо ставить никакие блоки, разрушать, потому что у меня же уже вся эта история тут находится. Настроенная.
И все-таки я очень хочу OpenBlocks добавить себе ванилу, потому что это будет уже не совсем ванила, но это будет скорее ванила со встроенными инструментами. То есть, ну, как, например, карту добавь ванилу. Как бы это майн с модами, но это... Все равно никто, блин, карту за нормальный мод не считает. За серьезный. Кому она нужна, блин, в ванильном Майнкрафте? Например. Да. Да. Ну, выглядеть оно будет достаточно интересно. Добавить нужно будет... Кстати, вот от этих мест, вот от вот этих вот мест, можно будет уже плясать, делать какие-то опоры. Может быть, даже вниз сделать опоры. То есть, может, какие-то... Хотя, мне кажется, лучше на дерево оператор. В принципе, так будет логичнее, так будет интереснее. Либо... Либо вообще нахрен сделать тут огромный реактор ядерный и сломать всю атмосферу. Да, ну надо будет еще поменять здесь все факелы на светлячков. Возможно, даже светлячков в банке. Как они называются-то? Firefly? Firefly. Нет, Firefly and Jar. Вот он. А, Firefly Jar просто. Ой, я могу даже прямо сейчас это сделать. Прекрасно. Да, кстати, вот так-то должно выглядеть, а не так, как я вам сейчас показывал. На этот не обращайте внимания, хотя светящийся он определенно был бы круче, но они будут светиться, я думаю. По-моему, неплохо. Особенно, когда опоры доделаю. Заодно будет видно, где вот этому этажу опоры делать. Никс может это все за кадром заняться крафтом. Да, постройка занимает минут 20 от силы. Так, а тут есть нормальное стекло. Есть. Ну-ка, могу я так? Ой. А, стоп, у меня где-то должны быть светляки здесь. Эй. Так, светлячок, светлячок. Вот они. Так, вернем его взад. Так, посадим несколько штук в баночки. А, ну здесь нужны еще вот эти вот хреновины. Которые называются забором. В нормальном мире. Ну, я их называю хреновинами. Ну и просто посмотрите. Я надеюсь, те, кто смотрит на YouTube, вам понравится. Можно вот такую вот историю сделать. Вот так вот. Как в Twilight Forest. Просто на разную высоту их прибубенить. Ну, посмотрите, это же клево. Это же просто круто тенюшка. Можно и даже так их впендеривать. И, в принципе, здесь их можно таких сделать сколько угодно. Совершенно другой. Я просто... Ой, господи, это охренительно. Ну, тот, кто разделяет мои чувства, тот поймет. Кто нет, ну, сложно объяснить, почему это, господи, шикарно. Это просто, господи, шикарно, и все. Ну, естественно, вот этих можно будет поубирать. И здесь будет достаточно такая чистая и красивая территория. Она будет освещаться там немножко. Здесь она будет освещаться чуть больше. Это просто будет офигительно. Удачи тебе, Протон. Приходи обязательно на стримы. Мы будем с тобой еще друг на друга ворчать. Потому что ты предлагаешь штуки. Я не хочу делать штуки. Вот. Мне надо играть ванилу с декор-модами. Нет, я ванилу люблю без декор-модов. Абсолютно точно. Это красиво, но я все-таки люблю ванили строить из того, что есть в ней, а не добавляя декор-мода. Я именно за это ее всегда и ценю. Я никогда не пытался ставить что-то декоративное на ванилу. Потому что если ставишь... Да я даже текстуру не ставлю на ванилу. Потому что если туда что-то поставить, потом берешь, что-нибудь слетит, что-нибудь пойдет не так, как ты планировал, и все будет очень-очень плохо.
Мне просто нравится, как это выглядит здесь. Ну, то есть здесь моды, поэтому я могу в эту сборку спокойно играть и декорировать тут все только все так, как мне нужно. Так, нет, это не так. Должно же что-то висеть высоко-высоко. А то они у меня примерно на одной высоте выходят, как-то так уныленько. Ну что, ребят, скоро мы с вами... Ну, я надеюсь, что я скоро смогу скрафтить штуку, которая контролирует день и ночь. Из Draconic Evolution. Вот, и мы с вами заделаем... Мы сможем делать ночь и день тогда, когда нужно. А не тогда, когда этой игре хочется. Ты играешь в игру или игра играет в тебя? Кто ты? Человек или пресс X to win? Да. Сам распихал, теперь сам убираю. Ну, в принципе, я ожидал, что придется убирать. Надо было сразу подумать про эти баночки. А то я пока ставил, по-моему, только тогда уже подумал про банки. Так. Ага, вот еще один. Еще. Ну, я зато их ставил так, чтобы видно было. Надо было еще считать. Нет, не сюда. Вот сюда. Так, ну это пока уберем. Вот. А, кстати, почему нет? Классно же смотрится. Это же банка, это же ботания. Игра в тебя. Ну окей. Класс. Я просто балдею. Надо будет еще добавить. Это вот там пусто, тут пусто, здесь. Ну, то есть надо их добавить в определенном количестве, потому что помещение довольно-таки большое. Все, ребят, надеюсь, что стрим вам понравился. Надеюсь, тем, кто смотрит на YouTube, стрим также понравился, потому что мне сегодня... У меня сегодня день прошел отлично. Поиграли в Вайзека, поиграли в Майнкрафт, кое-что в Ботании сделали, цветочков набрали, Рокс сделали, вот эту вот Флауэр Пауч сделали, который тоже полезен до безумия. Сделали кольцо магнетизма в кои-то веки, потому что давно собирался магнетизейшн. Ну, кольцо магнетизма, я буду его так называть. Давно собирался, давно протон предлагал, все никак руки не доходили, но вот наконец-то. Еще 24 жучка, 25 даже осталось, так что мне хватит. В Twilight мы еще сходим. Да, видимо, здесь у меня нет нифига. В Twilight мы еще с вами обязательно сходим, обязательно кого-нибудь запинаем. Если знаете интересные боссы, данжи, как их найти и все такое, пишите. Ну, естественно, так, чтобы мне был интерес идти пинать их в моем вот мундировании, потому что хоть у меня и немного тут по меркам каких-то модов, да, там у меня нет какой-то квантовой брони, но таки, чтобы запинать какого-нибудь твайлайтовского босса, мне хватает с лихвой. Так, кстати, я думаю, что здесь надо обратно включить. О, пчелка. Не знаю, была, но тут не была. Тут ужасное количество пчел. Я пойду сейчас смотреть, наверное, гайды по Forestry. Может быть, до Forestry наберемся, потому что это тот мод, в котором я абсолютно вот, что называется. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на Twitch, Twitter, YouTube, ВКонтакте. Заходите на YouTube, следите за анонсами и расписанием стримов. Обязательно читайте всегда расписание в анонсе, потому что там могут быть игры описанные, написанные, которых нет в названии самого анонса, чтобы вы ничего не пропускали. Ставьте пальцы вверх на YouTube. Всем спасибо, ребята. Всем пока-пока.